раз. Не пустили, впереди фура идет. А он ее точно так же перекрыл ей. Только ему деваться-то уже некуда было. А его это зажал. Его просто зажал. Ага. Автобусник он. Я его сейчас там зажму. Ой, господи. Что делает-то? Вот оступился бы, а? Вот уже плелся бы за этой фурой. Вот, слушай, прикол, а? Контейнеровоз бодается с Ниссаном. Пипец просто, пипец просто. Что творят? Вот сейчас надо записать все дело, отправить в этот самый, как называется. Это вообще охренеть. Что? Можно. Точно отправить сейчас. Ну, у тебя регистратор пишет. Да, сейчас я сниму его и как раз надо там, вырезать, отправить все это дело. Офигеть, идиот. Парочкой ехать, за ручку держаться. Ну как вы за такие, блин? Я просто похлопаю. Ты евро купил? На обгон ты пойдешь? Смотри, обгон запрещен. Он мне хочет подлянку. Тебе хочет подлянку? Че ты? Да пошел ты нахер отсюда! Пошел в жопу! Подожди, подожди. Что, блядь? Ну-ка, слышишь? Открыл! Опа-на! Успокойся! Ребята, я шел на... Че ты шел, блядь? Я шел на обгон, вы обгоняете! Открой мне дверь! Зачем? Дверь открой на... Убери руки твои! Я шел на обгон! Я шел на обгон! Пусть стой так!
Вот все видно, пусть они все это. ГАИ вызывай. Где мой телефон? На, я тебе вот это дам. Сережа, не спорь. Я ехал, правильно, на обгон. Вы видели? Я пошел сейчас за благовременно. Знак, подождите, я уже был на обгоне. Поворотник не дает вам права. Поворотник не дает вам права выезжать передо мной. Как этот номер называется? 211, да? Ты что, взад врезался? Спина звонит. А, бля. Скажи, какой номер? 112 звать. Да сейчас все записано на этом, на этом, на все, этом. Все, успокойся, все. Угу. Блядь. Два. Угу.